Зачем ты привел меня сюда, учитель? Учитель? Вообще-то я сценарист и продюсер. Извини. Ты просто выглядишь, как мой учитель по ОБЖ. Зачем ты привел меня сюда, продюсер? Я придумал одно шоу для Ютуба и хочу, чтобы ты вел его вместе со мной. Круто. Когда начинаем? Во-первых, тебе нужно слушать очень внимательно. А во-вторых, научиться кое-чему. Но чему я могу научиться в Рустиксе? Сейчас узнаешь. Завяжи глаза. Прекрасный аромат. А что это? Это ты мне скажи. Хрустящая тортилья, сочные томаты, сладко-слоу, восхитительные креветки. А самое интересное? Листы нори с нежным азиатским соусом. Да это же легендарный азиаролл с креветками от Rustic's. Я его обожаю. Как и всю азиатскую линейку Rustic's. Что ж, это значит, что наши вкусы совпадают. Это очень хорошо. Так что, возьмешь меня в новый проект? Я в отличной форме. Не уверен. Видишь тех парней? Покажи, что ты можешь. Легко. Вообще-то, я думал, ты покажешь, как умеешь шутить. Это я покажу в новом шоу «Факты». А сейчас я показываю тем парням, где находится ссылка в описании, чтобы они тоже могли заказать великолепный азиаролл с креветками и нори от Rustic's. Тогда приятного аппетита и просмотра фактов. Три дебюта в фактах, да? Я точно дебютант. Да. Ну, вообще, у нас Леша у нас-то был на аргументах. Да, да, Леша? Да. Да. И было очень позитивно. Ты, кстати, не выиграл там случайно? Ничего? Выиграл. Что, фрукты. Что тебе подарили? Фрукты? Они закончились, и я снова с вами. Да-да-да. Вань, ты говорил, ты смотрел нашу программу. Да. Какая тебе любимая буква? Сложно сказать. Все знаешь буквы? Ну, не все, не прям все. Самое интересное, я недавно решил вспомнить. Ну, думаю... Садись поближе, мне как-то далеко сидишь, как будто ты собираешься уйти. Давай, нет, все, давай. Думаю, надо вспомнить вообще все, что смотрел. Так. И четыре выпуска открывал, и они все какие-то были уникальные. Типа, сегодня у нас все факты, которые не вошли в основные программы. У нас есть такие, вот мы недавно играли такую. Да. Они все уникальные. Нельзя выделить какую-то букву. Согласен. Но букв всего, как вы знаете, сколько... 33. Валя, сколько? Да, не подсказывай, Валя, подожди. Я услышал уже. Но я и до этого знал. 33. 33 буквы, да. И мы уже сыграли 32. Сегодня у нас последняя буква. У нас сегодня, ребят, да. Исторический выпуск. Исторический выпуск. Последняя буква русского алфавита. Я думаю, что можно... Можно поаплодировать. Конечно. Да. Интересно, какая. А вот интересно, какая. Вот вы знаете, какая у нас буква будет? Как вы думаете, ваше предположение? А вы по порядку шли? Нет. Вообще нет, мы шли рандомно. Так было бы легко ответить на этот вопрос. Хоть бы не твердый знак тогда. Какая вот самая классная буква, Г. Которую оставляют на потом. Вот либо Г, либо еще какая есть такая буква классная. Йо. Мы все уже, по-моему, буквы перечислили. Не самая форматная, да, скажем, она как-то, нет, не нормативная. А что она похожа? Давайте так. И... Она такая, знаете, она такая наша русская, да? Ж. Правильно, Ж. Ж всегда оставляют, так сказать, на закусочку. В конце, чтобы Ж было. Вот мы сейчас... Это где так делают? Везде. В каких организациях? Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в этом, да. В любом порно-ролике так. Ведущие играют друг против друга. У каждого ведущего по набору персонажей. Гости голосуют, чей персонаж покинет игру, а чей продолжит играть дальше. В итоге проигрывает тот, у кого персонажи кончатся раньше. Он? Да. Жираф. Вы угадали. Это жираф. Красивый. Да. Не укрылось это от вас. Вы видели, как они дерутся?
Нет. Кстати, расскажи. Это ужасно вообще. Mm-hmm. Они вот так они вот головами шеями дерутся. И головами дерутся. И задними ногами они вышибают вообще страшные задние дела. Задние ноги они разве тоже используют в драках? На передние опираются и ногами вот обоими ногами. Как в Мадагаскаре. Они дерутся за самку иметь. Не-не, используют меня. Просто, насколько я знаю, они используют эти вот сражения на шеях в качестве, так сказать, соревнования за самку. Ну, видимо, да. Но шея у них не просто так, да? Не используют ноги. Ну, шея друг это, друга. Короче, они ноги используют для того, чтобы отбиться от хищника, например. Mm-hmm. Это может быть. Но вот друг друга ногами только шея. Такое джентльменское соглашение, да. Жирафье такое. Да, да, да. Без ног. Устав. Да. По-пацански ногами нельзя. А это же, по сути, корова. Что? Ну, жираф. Ну, корова, которая немножко эволюционировала, чтобы есть сверху, а не снизу. Ну, в каком-то смысле, ну, да? В каком-то нет, по-моему, вообще. Ну, это корова. Это парнокопытное млекопитающее. Бегемот также можно сказать. Жирафовых, ну да, но на самом деле они родственны лошадям. Вот. Да, да. И коровам. Да, ну, наверняка и коровам. Даже не буду спорить. На своем настаивать. Коровы точно. Просто Леша мясник, поэтому как бы... Тут он даже прям поделен хорошо так для мясника на сегменты. Ну да. Существует 4 различных вида жирафов. Северный жираф, южный жираф. Так, помогайте мне. А вот и нет. Сетчатый жираф и масайский жираф. Масайский. Возраст жирафа можно определить по цвету пятен на шкуре. Как вы думаете, каким образом? Ну, вот. Чем темнее, тем старше? Тем старше, правильно. Как с любым мясом. Да, как с любым мясом, конечно. Шея жирафа слишком короткая, оказывается, чтобы доставать до земли. Поэтому, чтобы напиться, жирафам приходится... Прилечь. Ну, почти, да. Они на колени. Планку. Да, они сгибают колени. Поэтому они такие поджарые. Да. У него уникальный язык. Он темного цвета с фиолетовым оттенком, а его длина достигает размера почти 50 сантиметров. Я думал, ты скажешь, он на немецком разговаривает. Уникальный, да. Вот он и Соловьев. Итак, самки жирафа рожают стоя. И вот представьте себе, что их детеныши падают примерно с высоты 2 метров на землю. Но если у него длинная шея, у детеныша, он не падает. Он опирается шеей на землю. И потом уже приземляется. Думаешь? Мне кажется, да, ну а как? Так она же не такая либо крепкая. Наоборот, если... Либо ногами. Либо ногами. Они просто так падают, да, но уже через час, оказывается, могут ходить. Представляешь? Да, это быстро. Потому что они учатся ходить еще внутри самки. Знал этот факт? Она же довольно большая. Там места много. Блин, вот эта фраза «самки жирафов рожают стоя» — это вообще как будто произведение Солженицына какое-то. Нет, это авторское кино. Либо шутка из биатлона из современного КВН. Самки жирафов рожают стоя. И тишина. Там тишина обычно. Не добито. Давайте еще по одной. Вот эти люди там сидят. Мужики, мимо. Вот это. Мимо. В отличие от человека, жирафы умеют спать стоя, понятно. Угу. И обычно такой сеанс, очень удивительный сон, сеанс сна на ногах длится не больше 5 минут. То есть он вот поспал 5 минут, опять бодрствует. Как Штирлиц такой, знаешь, как это, да. Но, там, кстати, нужно... немецкий язык. Вот мне тут интересно, Илюх, внимание. Но когда жирафу необходимо хорошенько выспаться, бля, как-то он понимает, что ему хорошенько надо выспаться, знаешь. То 7 завтра, минут. Блядь, роды принимать у жирафики. Вот он тогда ложится на землю, поджимает под себя передние ноги, загибает голову назад и кладет ее на крестец. Вот таким образом он спит. Распространено мнение, что жирафы являются безголосыми животными. На самом деле, они общаются между собой, но на очень низких частотах, неразличимых человеческим ухом. Понятно? Mm-hmm. Когда мы думаем, что он молчит, он на самом деле, возможно, что-то тебе говорит. Ты просто не слышишь. Матерится. Ну что, вопросик? Ребят, давай. Как бы с этой информацией мы ознакомились. Mm-hmm. Возможно, как-то она вам поможет. В начале 90-х годов прошлого века биологи из Бристольского университета провели уникальные исследования жирафов. После длительных наблюдений за группами этих животных в естественных условиях ученые пришли к выводу, что жирафы демонстрируют поведение, не свойственное ни одному другому животному, кроме человека. Поэтому ученые сочли это доказательством гипотезы некого близкого родственника, который, как считалось, работает только с людьми. Mm-hmm. Потому что считалось до этого, что такой близкий родственник есть только у людей. Вот вопрос, что за близкий родственник и что эта гипотеза объясняет? Давайте подумаем. То есть они ведут себя, как у нас бы вел себя близкий родственник. Не отдают долги? Типа... Ну, например, да. Не отдают долги, конечно. Или без приглашения приезжают к тебе в гости. Да.
И что это, как гипотеза это будет называться? Гипотеза какого роста? А, гипотеза... Нужно отгадать родственника и... Любого, это гипотеза любого родственника. Да. Гипотеза она... любого родственника. Валь, я приеду в воскресенье. Ты дома? Мы я в Турцию дома. Собираемся ехать. Да, переночевать. Да, можно сумки у тебя оставить. Да-да-да. И, соответственно, потом они спят вальтом. И так, закинув голову, там спать неудобно на полу, и вот он так. Гипотеза вальта получается. Гипотеза вальта, даже не валета. Да, спать вальтом надо. Спать вальтом. А родственник тогда дед? Гипотеза деда. Это из личного. Просто... Реально, гипотеза деда. Это, ну, типа, как дед себя ведет, жираф. То есть некоторые жирафы. Вот так делают. Он ноги не поднимает. Да, ноги не поднимает, шаркает там. Курит. Недовольный вечно, курит. Когда смотрит телевизор, матерится, да? Смотрит Соловьева, опять же. Жует ветки, да, с дерева? Да, на балкон выходит и ветки жует. Так, да. Какие у нас вообще родственники? И оставляет чай недопитый в стаканах. И очень громко ложкой звенит. Да, или серпает, когда... На очень высоких частотах. Серпает, когда из озера пьет. Вся саванна разбегается. Это, а нам что надо в итоге? Ну, типа родственники, что за гипотеза? Ну, какой есть родственник? Давайте... Ну, обезьяна, да? Нет. У тебя есть родственник? Теща? Мне кажется. Слушай, ну у нас у всех такой родственник. Нет, подождите. Далекий, да, ну. А, ну типа прям родственник-родственник. Родственник-родственник, да. А, ну. Типа не метафоричный. Да, вот у людей какие бывают родственники? Ну какие? Теща. Теща. Ну теща это, наверное, не родственник. Теща змея. Теща змея. Я понял. Некоторые жирафы ведут себя как змеи. Как змеи. Они же, как выясняется, они тещи некоторым другим жирафам. Ну, логично. Так, провели исследование ученые. Да. Ага. Тогда это, возможно, гипотеза... свекровь, возможно. Свекровь. Она не любит жену сына своего. Так. Сына своего, как из Библии началось. Да. Жену сына своего. Не возлюбливает. Ну, и получается что? То есть они понаблюдали, они увидели, что да, что, короче... Мать отходит, да, от невестки. От невестки. Ну, это логично. Такая, ты как суп варишь? Ну, или что там? Вы плохая мать, вы не умеете воспитывать детей. И понеслась там. Он у вас только что с 2 метров упал. Вы куда смотрели? Вы как его рожаете? Куда смотрели органы опеки? Можно в озеро рожать. В Титикак уже можно рожать. Ну что же, да. Название специальное. Ну да, да, да. Это как с котятами сразу в воду. Да, с котятами. Извините. А это кровный родственник? Кровный родственник. Да, то есть, то есть не жена. Ты имеешь в виду... Не братишка, да? Не отчим ли это ты имеешь? Ну, так, давай, Валь. Я думаю, мое предположение. Например, вот мама родила. Мама. Называю своего родственника. Мама. Так, мама. Родила. Я за маму. Так. Мама родила. И сразу, вот он через час уже на ногах, и она его уже такая, все, иди работай. Уже как бы, ну типа, давай. Хватит дома сидеть. Уже, да, хватит. Он за ней, она говорит, иди да, вон, смотри, там, микрозаймы, вон, иди туда. Чтобы туда не попал, вон там есть Ашан, вот туда иди работай. Как у людей, вот в этом смысле, как у людей. Да, да, мне кажется, может быть, она его уже... Ну это вообще не как у людей. Ну да, да, скорее наоборот. У людей это же... Ну, мама, ну, наоборот, хочет, чтобы да, подольше... Мама же заботится долго. Ну, не да? Сказал бы. Мама, наоборот, такая, давай уже, давай. Обычно папа же такой, нет? Хотя, ну да, матери тоже бывают разные, да. А может, папа уходит, он дела сделал и такой, все, салам алейкум, и поехал. Я за хлебом. Я в другую саванну. И пропадает всегда из твоей жизни. А что, прикол, гипотеза отца. Сделал дело и пошел. Ну, слушай, ну на самом деле у других животных живет тоже так. Давайте подумаем. Да, там особо не церемонится. Ну, кошка, да. Он даже не знает, что... Не то, чтобы есть. Он да, котятам показывал, как селедку разбирать. Как рыбу ловить. Потом разбирать. Может, бабушка? Бабушка? Бабушка. О, бабушка. Бабушка. Да, это правильно, но почему? Что за гипотеза бабушки, что она объясняет? Может, она им на зиму вяжет что-то? Да он как будто связанный из кусков, вот. Она как одеяло лоскутное его связала, и вот он такой получился. Что, 100 рублей на мороженое дает? Церковь вводит. Тебе надо с бабушкой это тоже, поговорить. Это тоже... Нет, это хорошо. Жираф в церковь нормально. Это хорошо, да. Это понравится некоторым нашим подписчикам. Как раз церкви же они такие. Почему церкви стали делать высокими? Да, изначально. Бабушка-жирафа может, чтобы могла привести туда, как бы, это, да. Это интересно, интересно. И колокол уже случайно начали бить. Жираф задел. Да, задел. Такие, красиво, давайте всегда так делать. Нам нужен специальный мужик, который так же сделает. Все.
Ну, гипотеза бабушки правильно, да. Что бабушка, что делает? Вы правильно пошли, что бабушка что-то вот... Что она делает в целом, бабушка? А, ну она присматривает, наверное, да. за молодежью. Она сидит с молодежью, пока родители где-то... Все, на вечеринке. Вот. А что же у людей? Ну вот, да, у людей есть бабушки, да? Да. Оставлять детей бабушкам. Да, у других животных это не зафиксировано. Ну что такое? Бабушка когда становится бабушкой? Когда у нее внуки появляются. Так, ну это вот, да. А что такое бабушка, в первую очередь? Это пожилая женщина, да? Чем она отличается от молодой, в первую очередь? Тем, что там он смотрит сериал «Паромщица» по второй дороге. Это основное отличие. Смотрит главный женский домашний телеканал. Именно по программе. По второй программе. Телепередачу ищет. Без повода начинает петь за столом. На низких частотах в данном случае. Ну, что же объясняет эта теория? Ну, если у людей есть бабушки, так, зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы... ухаживать за потомством. Да. Да, но в какой момент? Значит, если она может ухаживать за потомством... Значит, она уже не может рожать, значит, и... Вот, 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 ребята. Ваня правильно абсолютно догадался. Эта теория объясняет, гипотеза, точнее, объясняет наличие менопаузы. То есть зачем вообще нужна менопауза у женщин? Казалось бы, да? Женщины, то есть человеческие самки... Блядь, сейчас меня пиздец сгоняет в комментариях. Нахуй, убрать. Как ты сказал, самки? Как ты сказал, человеческие самки? Ну, мужчины без пениса. Давай так их называем. У женщин, в отличие... Ну, вот эти, недолюди. Короче, у женщин... Они выходят из репродуктивного возраста, но после этого еще очень долго живут. Вот. Считается, что это такая эволюционная особенность исключительно человека. Вот. Но выяснилось, что у жирафов тоже такое есть, и вот это помогает сохранить свои гены и усилить свое положение в обществе. Примерно, ну, более короче, третья жизни самки жирафов могут быть как бы бабушками. Ученые выяснили, что они сейчас живут в дикой природе примерно 28 лет. При этом 20 лет у них они в репродуктивном возрасте, а 8... Просто перед телеком вот сидят. Тема. Прикол. Вот, да, ребят. Так что они очень близки к нам. Вид. Да. Блять, самки человека, я сказал. Да. Простите меня, пожалуйста. Я... Так, ну ладно. Чё, да? Что у тебя? Кто против жирафа? Давай. На букву «Ж». Не упоминали этого персонажа. Это кто? Человек? Это Спайдермен. Разбираюсь. Да. Железный человек. Железный человек. Женек. Настоящее имя. Извини, я тебя... Да, Антон. Тоже? Антон. Энтони Старк. Супергерой издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и художником Джеком Кирби. Является гениальным изобретателем, богатейший промышленник с репутацией плейбоя. На секундочку. Тони Старк создает высокотехнологичный костюм, броню и защищает мир в облике Железного Человека. Железный Человек впервые появился в комиксе в марте 1963 года. Комикс назывался Tales of Suspense. В США, естественно, это было. Однако к этому времени в Беларуси... Так. Родился свой Железный Человек. Почувствовал, что теряешь нас и такой в Беларуси. Не продолжай. Я вернулся. Что-то. Возбуждение дает какая-то. Нихуя схватка будет сейчас, блядь. И Железный Человек. Жираф, Железный Человек и Беларусь. Значит, однако к этому времени, то есть 1963 год, в Беларуси уже давно существовал свой Железный Человек. Да, трактор Беларусь. А точнее, Железный Человек. Железный человек. Сейчас у него усы такие красивые. Вот вопрос такой. Кто это такой? Что за железный человек? Какие у него суперспособности? Беларусь. В каком году? 63-й год. А может быть это... Сейчас... Давайте мы сейчас все пошутим шутки железного человека. Ваня адаптировался уже к новым условиям. Просто видел, сейчас сам сказал, сам тут же вырезал себе шутку. Ты видел? А может быть это... Все, бля, не ебай это! Забыл просто. Ну, конечно. Может быть, это дровосек. Железный дровосек. Да, железный дровосек. Железный дровосек. Он же из Беларуси был. Не, но они такие, а у нас свой будет. Смотри, потому что дело в том, что в белорусском языке нет слова дровосек. Да. Да, так вообще дровосеков нет, вообще запрещено. Конечно. Значит, попробуй дровосеком. Потому что похоже на другое слово. Ну, конечно, там, да. Недопустимо. Да, пускай он, говорит, пускай у нас он будет человек. Да. В 63-м году осипшим голосом сказал Александр Григорьевич. Ему было сколько лет тогда, Александр Григорьевич? Он как раз комиксами увлекался. Лет 7-8, да. А он ел мороженое, а хрип...
С тех пор говори, так и давайте было. Я сразу просто... Поедешь? Я буду специалист по первому слою. Давайте я его сниму. Сверхспособность, естественно. Неограниченное количество раз избираться. Мощный кистевой бросок. И застывшие в одинаковой длине усы. Все, я первый слой закрыл. Ребята... Давай так. Подожди, если не картошка первый слой, то тогда какой? Картошка поглубже, это второй. Да, мы же сейчас про селедку под шубой говорим. Хватит стереотипов, да? То есть давай, это сняли. Значит, надо думать. Беларусь. Чем еще слон? Группа «Песняры». Оттуда? Оттуда. Оттуда, «Песняры». Но они попозже как будто, нет? 67-й. Да, что-то такое. Ну да, конечно. Они же вот сначала они, потом «Битлз» появились. Блин, а может они, ну любой же памятник, это железный человек. У нас тоже есть железный человек. У нас в парке Горького железный человек Пушкину стоит. То есть это Ленин, по сути. Просто везде стоял Ленин тогда. То есть, подожди, он у них был свой человек, и что он делал? Какая-то суперспособность была. Суперспособность была у него. А у него была суперспособность. А может быть, это мужик, который на заводе в раскаленный чан металла упал, выжил, и такие, вот, Саня, железный человек. С завода БелАЗа. Да. Железный человек. Города Борисов. Ты очень много знаешь про Беларусь. Либо он... Че? Так? 4 часа просидел рядом с открытой пачкой чипсов и не притронулся. Кстати, картошка опять же. Естественно, да. Естественно. Чипсы же изобрели в Беларуси. Да. А просто упаковали где-то еще. А так вот так-то это были. Изобрели, но не знали, как сделать. Не знали, что это, да, что изобрели. Мне вот интересно, когда белорусы смотрят вот любую какую-то передачу и про картошку там валят, они вот так делают перед телеком. Бля, как вы заебали уже. Да, конечно. Конечно, так делают. Невозможно уже. Но чем хороши белорусы, дальше этого не идет никогда. То есть они просто смотрят, говорят, как это заебало. И дальше, понимаешь? И дальше живут. Фри. Можно две картошки и не фри. Подгоняют стереотипов никаких. Конечно, конечно. Практически. Да. Но мы же не обижаемся, когда шутят про русских, что они пьют. Я не обижаюсь, например. Я тоже не обижаюсь. Более того, я этот стереотип всячески поддерживаю. Так, «Железный человек», Беларусь, 61-й год. Он что-то делал, да? Смотрите, подожди, 61-й год, это год... 63-й. А, 63-й. Поэтому не можем докопаться. Год карибского кризиса. Я уже год убийства Кеннеди. Год убийства Кеннеди. А, Ли Харви Освальд был из Минска. Факт. Да? Да. Ли Харви Освальд учился в Минске долгое время. Потом поехал в США и убил Кеннеди. Как это связано, хер знает. Учился на факультете убийств. Смотрите, Кеннеди. Убийств Кеннеди, да. Как мы быстро от картошки, да, вот до таких фактов скачем вообще. Ну, программа такая, да, программа такая. Ну, что? Это выдуманный персонаж. Да, это подсказывает. Да, это но выдуманный тоже персонаж. Из тоже выдуманный персонаж. Белорусские у белорусов комиксы. Были ли у них комиксы? Ну, а какой-то фольклор. Давай. Ну, погоди. Там был какой-то железо. Там же что-то было железо. Там робот. Это... Робот-заяц. Это в разной серии. Это разные серии, конечно. Нет, там была какая-то машина, которая курица. Тут в этой вселенной я разбираюсь. Это было, когда он косит. Это когда он косит траву и... И у него потом из косы штопор получается. Помните? Да. Да-да. Ну что? Это важно было, видимо, да? Тут, конечно, угадать тяжело. Подожди, это герой какого-то, какой-то сказки? Какой-то книги? Ну, это некий фольклорный персонаж. Фольклорный персонаж. Давай, каких мы знаем фольклорных белорусских персонажей. Давай. Железно. Железно? Все. Все, я вообще из забуксовали. Ну, вот, например. Или вот. Да кто? Есть же они, ну просто... Не дошли сейчас? Кобзарь. Вот. Какой-нибудь. Да. Опять-таки... Перестань делать вид, что ты понял, кто это. Ну, давай так. Просто, на самом деле, ничего такого сложного нет. И он так и назывался, «Железный человек». Ну, вы поняли, да. У них есть фольклорный персонаж. «Железный человек». Почему его так называли? Сверхспособность. Что за сверхспособность? Быстро проходит взгляд безумный. Не ржаветь. Я называю чугунный. Это да. Был... Чугунный скороход. Чугунный скороход. Ну, это, по-моему, из Питера, да? Не знаю. Чугунный. Скороход точно из Беларуси. А, да, кстати, скороход из Беларуси. Да. Кстати, где он? Неизвестно. Ушел, это же скороход. Не все есть белорусы, которые могут уйти. Ребята, если вы знаете, где сейчас... Если вы сейчас знаете, где находится скороход, пишите нам в комментариях. Спасибо. Че, давай правильно скажу. Давай, уже да. Тяжело давай, догадаться. Давай. Короче, «Железный человек» — персонаж белорусской мифологии. Родом из Центрального Полесья. Им пугали детей, чтобы те не ходили в лес. А-а-а. Говорили, пойдешь в лес, а там железный человек. Вот, вот так он выглядел. Вот смотри.
В лесу, типичный, да? Белорус. То есть, по сути, выглядит по сути дровосек. Да. Я правильно понимаю? Да. Ну, нет, железный человек. Значит, он живет... Ты не раз слышал. Он живет в лесу или на болоте. Его тело полностью состоит из железа, а обусловлено это наличием в белорусских болотах залежей самородков железа. Вот откуда. То есть, не просто так. Они взяли это из своей, так сказать, геодезии, помогло. Железный человек, да. А какая же у него сверхспособность? Я только хотел спросить. Он полностью из железа состоит. Вот такая у него, как они считают, сверхспособность. Ну много ли ты знаешь людей? Целиком. Так это много таких. Да, целиком железных. Ну, белорусский супергерой, чего вы хотите? А женщины-кошки там не было у них? Полностью из кошки состоит. Но женщина прыгает. Вот такой факт. Ребят, ну, да. Железный человек. Ну, неплохо, неплохо. Да, прикольно. То есть это герой белорусского эпоса, да? Да, отлично. Что, голосуем? Такая страшилка для детей. Да. Жираф или железный человек? Давайте я за жирафа проголосую. И за жирафа, да. Хорошо. Так. Ну, я тогда за железного человека. Что-то тогда. Я предполагаю. А если было наоборот? Я без пальца интригу высасываю. Просто. Да, и чтобы Валек, как неопытный, попал в ловушку. Классическую. Когда ему надо выбирать, кто остается. Ну, тут... Как бы все очевидно. Да. Не знаю. Я сдавал генетический тест недавно. Серьезно? Да, я на 100% жираф. Прикиньте. Нет. Дело в том, что у меня есть белорусская кровь. Вот. Но, да, несмотря на это, я проголосую за жирафа. Слушай, вот даже здесь белорусов как-то по боку пустили. Даже сами белорусы не хотят про себя слышать. Ну что ж, спасибо, да, прощаемся. А, еще про жирафа, ребят, да? Давай. Значит, чем еще жирафы похожи на людей? У жирафов нет установленного сезона размножения. Знаете, как обычно бывает у других животных, да? Вот там. Они... У их самок не бывает течки, как у собак или кошек. И эти животные также не сдают призывов к спариванию и не подают визуальных сигналов о сексуальной готовности. А как же? Вот этого нету ничего. Блин, а где ты это видел? В Анапе. Значит, исследование, проведенное Калифорнийским университетом, дает новое представление об уникальной сексуальной жизни жирафа. Если самцы других животных ради спаривания готовы танцевать, украшать гнезда или даже умирать в схватке с соперником, то жирафы свой брачный ритуал начинают с другого, а именно с так называемой последовательности флемена. Значит, что такое флемен? Он есть не только у жирафов, есть еще у, ну вот, у разных других копытных животных. Может быть, вы видели, когда лошади вот так оскаливают немножко, да, поднимают губу, заворачивают определенным образом, вдыхают через нос. Вот это оно и есть, потому что называется флемен. Жирафы вот так вот делают, я пытаюсь показать. Блин, у меня да. тоже есть флемен. Возможно. Значит, самцы жирафа скручивают губу, немного искривляют рот и глубоко вдыхают. А что при этом делают самки жирафов? В ответ вопрос. Они говорят, бля, ты ебанутый. Ты что можешь делаешь? Потанцуешь там или что-то, блядь, что-то сделаешь. Ну так получается. Гнездо украсть хотя бы как-нибудь. Гнездо? Купи мне коктейль какой-нибудь, они вот так говорят. То есть не это все, что он делает? Он жираф подходит к самке, да, начинает ее обнюхивать и делает вот так, да. Вчера вот, в 3 вот, часа вот, ночи, возможно, флемен. Я этим же занимался. Так флиртовал. Самка делает что-то в ответ, что-то очень неожиданное, да. Запах очень неожиданное. Может быть. Так. Выпускает какой-то запах для него, раз он нюхает. Так. Хочешь нюхать, на тебе запах. Чтоб не зря было, держи. Так, ты сказал, очень неожиданное. Да. Ну, кувырок. Неожиданно. Неожиданно. Сальтуха, сальтуха, да, точно. От жирафа это вообще не... От жирафихи тем более. Хочу сказать, что в своих, скажем так, сексуальных играх и некоторые люди даже делают это. Снимают гостиничный номер? Это такая сексуальная игра. Ну да, он подходит такой, и она такая, ладно, поехали, Марио. Алло, можно номер звонить? Что же люди делают? Да если бы я в этом разбирался. Что, в медсестру она переодевается? Ну, уже ближе, так, хорошо. Ну, направление. Медсестру переодевается. Какая-то ролевая игра у нее включается. В бобра переодевается. Может, она такая недовака сразу? Такая, не-не-не, не-не-не, добейся меня. Вот эта история. Может, она очень сильно бьет его в этот момент? Или просит? Шеи. Может быть, это как раз брачные игры? Она не бьет его, нет. Скорее, нет. Плюет в него? Хотя, по мне, это немножко унизительно. Ужас. Тоже так же унизительно. Что она делает, это унизительно, что она делает? Ну, да. Немножко или сильно? Плюет в него? Плюет? Ну, не знаю, кому как. Я еще раз говорю, некоторым нравится. Унизительно? Плюет? Вот я предполагал. Унизительно. Что-то говорит унизительное, шепчет. Ну, вряд ли писает.
Простите. Да, говорил, люди так делают. Ну, вроде... Да, да, я тоже слышал. Это абсолютно правильный ответ. Итак. Браво! Ваня, браво! Как оказалось, самки мочатся самцам на морду, если они им нравятся. Понятно? То есть как это? А он это видит? Вот он подходит, понимаешь? Очень высоко прыгает. Она лежит. Она нет, она стоит. Он спит. Он опускает голову, понимаешь, да, и начинает... Да, я вот. Она начинает писать. Да, вот, слушай дальше. Интересно, что самцы сами провоцируют самок на мочеиспускание, подталкивая их и обнюхивая гениталии. Если же, значит, самка открыта для приглашения, то она мочится ему в рот около 5 секунд, пока самец набирает в рот мочу. Пробует. Блин, спасибо, что рассказываешь. Ты показал сейчас, как сомелье. Как вино пробует. Урина сомелье. Мне нравится. Я хочу посмотреть на человека, который считал эти 5 секунд такой. Так, 1, 2. Какие интересные животные. После этого он решает, да, что то есть вот она... Все, можно спариваться, понятно? Но они не целуются. Самое у меня удивительное, что это... Мы уже до этого говорили про гипотезу бабушки. Соответственно, если у других животных... Ну, то есть, да, ну, а другие животные тоже нюхают, как правило, мочу друг друга. Только это сначала она писает, моча падает, она другая подходит, собачка. Здесь как бы исключено, ну, то, что низко, видимо, нагибаться, да. И она писает непосредственно в рот. Но тут удивительно что по этой моче же он определяет не то, что готова самка или нет, а бабушка это или понимаешь, вот в чем дело? Это ведь может быть и моча бабушки. Еще говорят, что в Африке нет дождей. В общем, вот такая история, ребят. Там много чего еще интересного. Молокульги уникальные животные. Честно, по-моему, вкуснятина. Моча любимый баб. Все. Вряд ли даже железный человек. Вот такое. Ну, вот такие вот интересные игры. Так, кто против этого мощного животного может выступить? Давай, кто против жирафа? Мощнейший представитель отечественной культуры. Жуковский. Василий Андреевич Жуковский, русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии. Также известен как переводчик поэзии и прозы, литературный критик, педагог, реформатор русской поэзии. Был наставником и учителем Пушкина и императора Александра II. Не очень он известный, как бы, в широких кругах, но... Ну, как не очень? Ну, в смысле, это все равно как... Типа не Пушкин, ты имеешь? Да. Второй порядок, это так называемый. Но, тем не менее, человек оставил потрясающий след после себя. Оказалось, что это кладезь. Да? Это вот уровня вамбата человек. У нас просто один из самых ярких персонажей был вамбат, который... Я стесняюсь спросить, он чем срет, да. Нет, как выяснили исследователи, с ним там такие удивительные... Вот так... знаешь, а он какает вот. Кубиками в рот самки или нет? Нет, это он делает, чтобы потомство... Человек уровня вамбата, это тоже надо записать, это будет золотыми буквами, где-то там. Ну, персонаж, я говорю. Памятник Жуковского, человек уровня вамбата. Сегодня вообще, в целом. Блядь, да, и годы жизни. Такая история была однажды. Так. Николай I ехал в карете вместе с сыном Александром, впоследствии. Первым. Да, Александром II. Вторым. Да. И его учителем Жуковским. Угу. Вдруг Александр спросил отца, что означает слово «хуй», которое он услышал случайно от прислуги. От отца. Император ловко вывернулся. Он... переадресовал вопрос учителю Жуковскому. А вот же... А я же откуда знаю? Вот учитель, давай. Вот у этого хуя и спроси. Это он тебя научил. Ловко выкрутился. Да. Ну и Жуковский ловко выкрутился из этой ситуации. Он извозчику говорит. Да. И что это такое? Очень элегантно. Он так элегантно, что Николай впоследствии наградил поэта золотыми часами за это. Так. Вот как Жуковский объяснил значение слова «хуй» будущему императору? А просто, говорит, одним движением руки просто. Да. Расстегнул просто, да и показал, а что, ну как еще, как? Он объяснил императору, да? И тот понял, что это. Тот понял. Ну, то есть, какую-то интерпретацию он дал. Ваше Величество. Это то, что... Французы взяли в рот, может, так он сказал? Наполеон, непосредственно. То, что твой батя положил на отмену крепостного права. Держи часы. Это как смешно.
Мы хотя бы в нужном направлении движемся. Ну, то, что вы юмор придумаете в этой ситуации, это можно считать. Что делать? Ну, представь, ты вот едешь в одной карете. Да, ребенок говорит, папа, что такое хуй? Да. Жуковский? На что у нас Жуковский? Жуковский, оп! Но я объяснил это. Блин. Ну, логично, что он как-то это вывернул из матерного. Он же был поэт. Поэт, это же метафора, может быть. Конечно. Да? Ну, вот, то есть все что угодно, но, естественно, он увел это от негативного контекста. Давай думать. Значит, давай представим, что, допустим... А он сказал, да, откуда он услышал? Да, он говорит, я вот это слуг услышал. От слуг, может быть, слово? Он сказал, что если так говорить, всегда слугой будешь? Ну, что-то такое про... Ну, объяснить, что слои. Он должен был объяснить, что это такое. Что это? Что это означает. То есть не то, что там пригрозить, не говори так, а... Он как-то вывернулся, что типа это и не мат вовсе. Вот подсказочка такая. Это что-то типа там «при себе имей, но туда не ходи». Вот так вот, да? Это тоже элегантно. До этого даже Жуковский, наверное, не... Прикинь, говорит, это аббревиатура на самом деле. И что она, как аж... Хороший, умный, йод, я не знаю. Ну, подумайте, он же ведь поэт с литературой прочно... Это в рифму хотя бы было? Нет, 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 нет. Что, жуй есть, да, еще? Что есть похожее? Не-не, ну это рифма ты придумываешь. На самом деле правильное направление Ванька дал. То есть жуй. Жуй. То есть это у нас что? Часть речи. Глагол. Глагол. От какого слова? Жевать. Жевать, соответственно... То, что не надо жевать. Он объяснил вот через такую логику. То есть это... Ну, то есть он говорит, вот ты знаешь, что... Жевать там тоже фигурирует. Ну, он как пример, возможно, его там привел. Хуевать. Жевать, жуй. Он привел пример. Совать, суй. Да. Ковать. Куй. Куй, да. Ковать, куй. Да. А что? Ховать? Ховать. Хавать, хуй. Да. Нет у нас, нет у нас еды, поехали, да, заткнись, да. Солью доедать. Бомб-фейс. Ну, то есть, да, логика вот такая была. Ага, ага. То есть, да, то есть Жуковский, ну, правильно вам ответ тогда. Жуковский объяснил Александру, что слово «хуй» является повелительным наклонением глагола «ховать», то есть «прятать». Старое слово. И образуется по тем же правилам, что и «куй», «ковать», «суй», «совать». Николай I настолько был доволен, что достал свои золотые часы, вручил Жуковскому со словами «хуй в карман». Папка тоже говорит, не растерялся. Так, а тебе как теперь объяснить? Хуй в карман. Хуй в карман. Ну, то есть хуй в карман, да. А потом еще долгое время маленький будущий император играл с детьми в так называемые хуятки. Раз, два, три, четыре, пять, я иду хуять. Так бы, блядь. Ну ладно. Голосуем. Жираф или Жуковский, ребят? Жуковский. Самое большое наземное... Которое мочится на своим сородичем на голову. И человек уровня вамбат. Элегантный мужчина. Или вамбат. Вамбат русской литературы. Василий Жуковский. Кто? Ну, я тоже за Жуковского. Я за Жуковского. Я за Жуковского. Ну, окей, прощаемся с жирафом, ребят. Ничего страшного. В 1848 году на фамильный герб Жуковского были добавлены три слова. Два из них «в» и «карман», правильно? Угадайте третье. Третье будем угадывать или давай, ладно. Вот как вы думаете, какие это были слова и по какой причине они были туда добавлены? Вот это внизу, это черным, это закрытые слова. Слова. То есть три слова. Три слова. Вы все прекрасно знаете. Клуб веселых ночей. Блядь, что удивительно, что клуб веселых и находчивых — это, сука, четыре слова, блядь. Да, понимаешь? Так и не сказал специально. Да, да, там потом доработали, типа, чего-то не хватает. Да, да потом... что по авторским правам там. Просто, блядь, так долго они не замечали эту букву «и», что она потом, блядь, просто, знаешь, обиделась на них, съебала на ТНТ, нахуй, и только потом ее закрыли там, понимаешь, блядь. Это... Ну, это, блядь. Так. Это как-то с деятельностью Жуковского связано? Да, абсолютно. Да? Это связано с деятельностью. Именно поэтому... То есть он кое-что сделал, подсказка, и это что-то, собственно, послужило причиной добавления этих слов на герб семейный, это фамильный. С литературной деятельностью, да? Да. Я знаю, что он, по-моему, «Ляду» перевел. Нет? Да, «Одиссею», по-моему. «Одиссею», по-моему, то и другое. И его, в его тексте она там, типа, гораздо проще читалась, и все... Ну, конечно, чем по древнегреческому. Да, да, да.
Он переводчик. Все-таки был проще. Он был переводчиком. Но он был еще и поэтом. Вряд ли, да? Hello, привет, бонжур. Вот так. И такие, так, в песне, давай. Hello, привет, бонжур. Нет, так-то что угодно, может быть, да. Ну, подсказку дать еще? Да. Значит, тогда же эти же три слова были добавлены на герб композитора Алексея Федоровича Львова. Ключевой момент. Песню? Ключевой момент композитора. Да. Он написал то есть музыку, тот поэт, этот а слова. Композитор. Гимн царя храни. Совершенно верно. Браво. Алексей Сапрыкин. Красиво. 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 Боже царя храни. То есть вот. Да. Отлично. Жуковский был автором слов российского гимна, Львов — автором музыки. Интересно, что слова предыдущего гимна «Молитва русских» также были взяты из стихотворения Жуковского «Молитва русского народа». Получается, все равно перевод «God save the queen». Просто он адаптация. Не перевод, адаптация. А сейчас же такие слова у Михалкова на гербе, правильно я понимаю? Да. Все, так. Ну что, кто у меня против тебя, да? Против Жуковского. Против Жуковского. Ребята. Смотри, что это такое. О, жвачка. Да. Жевательная резинка. Кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы. Знаешь, Вань? Кулинарное изделие. И различных вкусовых и ароматических добавок. Известно, что еще древние греки жевали смолу мастикового дерева для освежения дыхания и очистки зубов от остатков пищи. Племена майя использовали в качестве жевательной резинки застывший сок гивеи, каучук. А на севере Америки индейцы жевали смолу хвойных деревьев, которые выпаривали на костре. Uh-huh. В Сибири тоже жевали какую-то смолу. Смолу до сих пор продается. Да, до сих пор, да. Отвратительная вещь. Вообще. Да. Мне нравится. Ну ладно. Вообще вот местные любят сильно. Местные. Я так вот про КВН говорил. Ну да. Вопрос. В 1886 году в США были выданы первые патенты на торговые автоматы, продававшие жевательную резинку. А уже в начале 20 века компания Bell Fruit Gum заработала огромные деньги на таких автоматах. Uh-huh. Гигантские просто. Но что интересно, люди, покупавшие жвачку в этих автоматах, в большинстве своем покупали ее не чтобы жевать. Вопрос, зачем? Как сувенир? Подарок? Это какой год еще раз? Это уже начало 20 века. А может быть, бытовой ремонт какой-то? Да. Окна? То есть, смотрите, душку. Я сказал, Юр, повторю для тебя. В конце 19 века изобрели первые эти автоматы, поставили их, да, работали, но продавали жвачку. Вдруг в начале 20 века компания Bell Fruit Gum заработала на них огромные какие-то деньги. То есть люди покупали постоянно эту жвачку у них в автоматах, но не для того, чтобы жевать. Зачем? Так, давайте. А может быть, это имидж был? Знаете, у кого есть жвачка, тот классный. И они такие, я классный. Да, как дети дипломатов в Советском Союзе. Да. То есть не жевали, а просто понтовались. Ну, это предположение. В Советском Союзе это было работало, на самом деле, да. Мне кажется, поставь в Советском Союзе аппараты по продаже жвачек, вот так, вот этих, только вот этих вот классных, которые там, Турбо, помните? Помнишь? Дональд, да. Бом-бим-бом. Да, мы собирали... Это наша как будто какая-то. Это, по сути, была валюта. Турецкая все было, турецкие. В школе за вкладыш можно было купить все. Да, это одно время они очень ценились. Да. Мы купили географическую один раз. Тем более, если это уже долго просуществовало, то они такого веса не имели, как просто. А может, вкладыши как раз реально коллекционировали, может быть, и не жевали, а искали эти вкладыши, чтобы... Ну, почему бы не проживать? Вот ты когда покупал жвачку, то есть ты же все равно ее жевал, вкладыш оставлял себе. Понятно. Не жевали вообще ее. Кто-то, может, оживал. Может, но там в целом что-то, ее покупали какой-то не для слух этого. Там был. Экспресс-стоматология у меня была версия. Типа вместо зубов? Да, вставил. А, и первые импланты, да, зубные. Как это называется? Вот такие импланты появились, да? Да. Да, давайте очень вставлять удобно их. Вот а такие. Может быть... Брикоткин, правда, не дошел пока. Может, рекламная акция какая-то? Типа, купишь жвачку, и в подарок там что-то еще, или скидка какая-то куда-то. Нужно было показать, и тебе там что-то за нее давали. А может, реально розыгрыш какой-то какая-то депрессия, да, была? Да, все правильно. Была депрессия великая, да. Может, алкоголь на ней, типа, делали? Настаивали. Ну, а алкоголь тогда запретили, да? Да, запретили. И какие-то закон, бутлигеры делали из нее что-то алкогольное. Но не знаю, как основу брали. Самогон гнали. Ну, там типа, сахар есть, да? В вашем ответе есть правильное слово, но не алкоголь, а слово «запрет». Они что-то запретили еще в то время. Россию. Кто-то, сигареты. Вот, у нас запретили, кстати говоря, это не так уж и давно. У нас в 90-е, например, это было. А потом запретили. Я считаю, правильно.
Демократия? Курение в общественных местах. Казино? Да, это себя практически. Ну, азартные игры какие-то? Да, но только они... А, нельзя было играть на деньги, играли на жвачку. Опять угадал? Ну, почти. Короче, автоматы, вы понимаете? Вот здесь я вам сказал, что это были автоматы по продаже жвачки. Там, значит, какие-то другие автоматы запретили. Какие? Игровые. Игровые. Правильно, так, и что же? И они играли на этих автоматах, покупая жвачку, правильно? Да, абсолютно правильно. Я сейчас объясню просто, каким образом это происходило. Значит, ну, коллективно догадались, молодцы. Значит, американское законодательство запретило в стране игральные автоматы. Нельзя было получать приз деньгами. Вот таким образом. Тогда предприимчивые, значит, ребята из Bell Fruit Gum компании создали автоматы, где ты покупал жвачку, а у тебя, значит, призовая комбинация могла, да. Если как бы у тебя она срабатывала, то ты получал много жвачек, понимаешь? И люди просто потому, что не было других, это было азартно, они стали играть. И вот отсюда, кстати говоря, вот вы знаете, в казино видели, наверное, эти вот вишенки? Это на самом деле вкусы жвачки. Да, и так оно и осталось. И эти автоматы остались до сих пор. До сих пор эти автоматы, например, в Великобритании называются фруктовыми. У нас, кстати, после 11. Да. После 11 сейчас в магазинах также покупаешь жвачку, тебе алкоголь в подарок просто. Есть такое? Да, конечно. Ну, круто. Зажигалку там. Ну, видите, все иначе не зря. Значит, не зря мы обо всем этом говорим. Ну, вот такой вопрос. Классно? Классно. Да, классно. Классно. Я вот даже не знаю. Я не знаю, что бы я тут выбрал. Я в данном случае за жевательную резинку. Правильно. Я вот тоже. Как будто бы интересно послушать, какие еще передряги с ней происходили. Да, я уже ничего не решаю. Поэтому, да, прощаемся с Жуковским. Ну, смотрите, ребят. Перед вами, ребята, одна из достопримечательностей американского города Сиэтл. О, я был там, вот возле этой стены. Вот ты был там? Да. Вот, круто. Значит, ты знаешь, она называется «Стена жевательной резинки». Там целый переулок, на самом деле. Целый переулок, да. Огромная-огромная стена, да, вся в жвачке. Появление этой стены каким-то образом связано с шоу телеканала СТС. Вот такой вопрос, так хитро задан у нас. Там есть вот жвачка. С каким шоу и каким образом? Там есть жвачка. Надо подумать, как она появилась, и, может быть, вы придумали. Там есть жвачка со вкусом пельменей. Да, Брикоткин на гастролях. Так. Шел по переулку и прилип. Только она называлась не жевательная резинка, а желательная резинка. И там вообще про секс. Ну, понятно. То есть это происхождение этой улицы? Ну, смотрите, да, она появилась каким-то образом, что, собственно говоря, каким-то образом связано с шоу, одним из шоу на СТС. А оно сейчас идет или оно когда-то было? Сейчас идет. Сейчас идет. Более того, сейчас она идет на СТС. Вот так я скажу. Импровизаторы там есть? Да. Переулок импровизаторов? Да. Импровизация, то есть мы угадали. Да, да. Но, как это а теперь давайте подумаем, да, каким. То есть действительно связано с шоу импровизация. Да. Может быть, как-то с детьми? Да, с молодыми фанатками это связано, нет? С фанатами в целом. Фанатами это связано. Правильно. Как-то ну, приходит... Надо сейчас просто придумать, как эта стена появилась, да, и как это связано с фанатами. Там действительно было... Ну, вряд ли с фанатами с импровизационным шоу. Шоу просто так же называлось, да. Шоу. Да, это было импровизационное шоу, да, да, да. Но вот это связано с этим шоу. А, может быть... Ну, говори. Может быть, долго ждали начала шоу, его затягивали постоянно, и не было какой-нибудь мусорки рядом, и все приклеивали на стену, нет? А там рядом съемочный павильон какой-нибудь. Что они делали в переулке-то? Ты же был там, ты же говоришь, ты видел эту стену? Ждали, может быть. Ну, переулок какой-то там невзрачный. Нет? Либо был какой-то призыв в шоу. Ну, типа, вот скажет Шастун, идите и клейте на подъезды жвачки, и все, мы утонем. Ну, настолько кредит доверия у аудитории огромный был, что они пошли за ним. Ну, то есть, да, может, если они пошли за ним на СТС, неужели они не пойдут за ним туда, правильно? Может, это задание было? Сиэтл клеит жвачку, конечно, да. А, может быть, Канделаки написала у себя в Твиттере, что если вы оклеите жвачкой дом, то мы вернем импровизацию на ТНТ. Ну или покажем Лигу городов, выбирайте. Да. Блядь, пиздец. Давайте я так вам скажу. Шоу это шло не по телевизору тогда еще, а в неком клубе. Ну вот, не все могли попасть. Места не хватало. Так. И они такие... блин,
Ну, в окна, наверное, да, как-то подсматривали. По сути, ты уже правильно сказал. Действительно, не все могли попасть. И где они? Что, значит, почему? Значит, раз не могли попасть, что, где они стояли? Ну, на улице. У входа как-то, да. В чем? В? Как называется? Когда люди друг за другом стоят. А, в очереди. Вот, конечно, ребят, да. Дело в том, что там недалеко находилась касса, где можно было купить билеты на это шоу. Шоу было крайне популярное, я сейчас почитаю. Да, и таким образом... И значит, чтобы не потерять очередь, все начали приклеивать. Начали приклеивать просто потому, что стояли, и некуда было... Пиздели, и ты же не можешь отойти из очереди, выбросить и вернуться. Там же в Америке, ну, да, да, в Америке страшная очередь. Ты вернулся, пиздец, все, тебя не пустят. Там нельзя так. Да, Илюх, так же было? Что я завалил? Конечно. Илюха, вон, да. Стена расположена на пост-аллее рядом с кассой театра «Маркет». После того, как в 1991 году театр стал местом проведения шоу, вот этого импровизационного шоу, заклеивание стены жвачки началось, когда посетители театра, в основном студенты, ожидающие в очереди за билетами на шоу, стали со скуки приклеивать монеты своими использованными жевательными резинками к стене театра. Угу. Они так развлекались. Ну и после этого, естественно, это просто стало каким-то приколом, все стали делать. Было несколько попыток это убрать сначала. То есть люди убирали это, но потом это все возвращалось снова, и решили с этим не бороться, и такой-то арт-объект и получился. Монеты-то забрали, да? Монеты, кстати говоря, да. Монеты вот... Это как в фонтанах. Ничего не написано. Так, Илюх, кто у тебя против жвачки? Жук. Ну давай, вот так. Жигули. Жигули. Круто. Да. Копеечка. Семейство советских и российских легковых автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода. Различные модели выпускались с 1970 по 2014 год. Без каких-либо изменений. Да. Став самым массовым семейством автомобилей в истории СССР и России. Выпустили всего 17,6 миллионов автомобилей. Ничего себе. Круто, круто. Довольно много. Круто. Само слово «Жигули» происходит от названия гор в составе Приволжской возвышенности. Поскольку в ряде европейских стран слово «Жигули» потребители ассоциировали с сомнительным понятием «жигало», на внешнем рынке торговая марка «Жигули» стала называться «Лада». «Лада». Да. «Жигало». Как известно, первые «Жигули» — это калька с «Фиат 124». Ага. Ну, собственно, это он и есть. Да, какой-то договор был с «Фиатом», и вот они там взяли и переделали. Ну, сейчас не так вроде, сейчас «Москвич» вот чисто наш. Чисто наш, чисто наш, да. И прежде чем приступить к проектированию отечественных «Жигулей», в конце 60-х на Тольяттинском заводе устроили настоящий экстремальный тест прототипу. По воспоминаниям инженера-испытателя Анатолия Акоева, проведение сравнительных испытаний «Фиат 124» и прототипов «ВАЗ-2101» проходило по итальянской методике «Stop and Go» и имитировала жизнь представителя одной профессии. Вот вопрос, о какой профессии идет речь? Подожди, это испытания касались чего? Взяли «Фиат» и начали его тестить. А-а-а. Но при этом они его тестили по некой методике «Stop and Go», которая как бы имитировала жизнь представители одной профессии. То есть водитель был представителем этой профессии? Да, вахтовик. Да, но он 3 месяца работает, один пьет. Поэтому она больше стоп, чем гоу. Да. Да, стоп энд гоу. А вы, кстати, хотите, ну, факт на факт, откуда в «Жигули» произошло вообще название гор? Нет, интересно. Мы просто снимали проект про реки недавно и передвигались на теплоходе, а теплоходы, они так организованы, что почти постоянно говорит громкоговоритель экскурсовод. Там все стадии принятия проходишь этого. Вот. Но в какой-то момент уже на последней стадии тебе становится действительно интересно, что он говорит. И вот как раз рассказывали про... Вовремя стало интересно. Да, Жигулевские горы, что контролировался личной путь торговый. Я не помню, по-моему, татарами. И они, ну, заставляли платить пошлину. И кто не платил, соответственно, останавливали судно и пороли всех нещадно, кто там. И пороть, то есть жечь, от этого и пошло название «Жигуль», кто занимался этим, а они стояли как раз на этих горах. Это те, кто пороли. Да, в честь палачей. Первых БДСМщиков. И я думаю, как-то на автомобиль-то это тоже переложилось. Такой жесткий чуть-чуть. Не то чтобы жжет. Да. Но чтобы это средство передвижения. Отчасти, наверное, представителей этой профессии можно назвать БДСМщиком. В чем-то есть там элементы. Ага. То есть с плеткой. Легкого мазохизма. С плеткой ходит. Может быть, пастух? Пастух. Точно. Жизнь пастуха. Он, как известно, да, основные потребители были. Выгоняет машину в поле. Нет, так может быть, ну, типа, его замах вот хлыстом, что он очень быстро разгоняется и резко тормозится. Mm-hmm. Вот здесь также машину разгоняли и резко тормозили. Ну, тут, заметьте, stop and go.
Стоп. Останавливается, и потом, а потом едет. Сначала она останавливается и едет. Ну, как известно, машина же сначала. А, так это «Жигули». Тогда таксист это получается. То есть кто-то... Такси. Такси же, да-да-да. Остановиться резко. Кто-то делает быстрые вещи. Посадить пассажиров. Там же раньше... Так, не было же раньше Яндекс.Такси. Это были чудовищные времена. Да. Когда не было никакого Яндекс.Такси, а был только Uber. Не, были одинаковые цифры в каждом городе. 6 одинаковых цифр — это такси. Да, жуткое время было. Такси Максим откуда? В Капотне так и не побывал. Ну, подумайте, то есть мазохизм, естественно, там это... Да, понятно. Может, почтальон? Кстати, может, почтальон? Типа он идет и такой, а, вот адрес. А, чтобы почтальон не сбила машина, они тестировали. Так, типа. Да. Не, ну это да, это человек, который предполагал, что он будет ездить на этой машине. Тогда кто в Советском Союзе может ездить на этой машине? Кобзон. Да, то есть один день из жизни Кобзона. Ну, подсказка, они предполагали, что он будет ездить, но, наверное, в Италии мог бы он ездить. У нас они не ездили на таких автомобилях. На каких? Эти люди. Ну, вот на «Жигули». Они не ездили. Эти люди не ездили. Представители этой профессии в итоге не ездили. А в Италии могли? А в Италии могли. Мафиози какие-то? Кто это? Нет, нет, нет. Скорая помощь? Пиццеолог? Кто? Но только... Врачи? Врачи. Врач. Stop and go, да. Я объясню, почему. Давай, расскажи. То есть методика stop and go имитировала жизнь врача. Короткая поездка на непрогретом двигателе и почти часовая стоянка. То есть, типа, суть в том, что он едет, глушит, стоит долго, потом опять едет. В этом прикол. А почему врач? То есть ему позвонили, он резко... Да, он куда-то приехал, резко там к пациенту пошел. То есть в Италии же врач — это человек, который... Там... В Италии врач — человек, который ездит к пациенту, блядь. Это пиздец, разъеб. У нас наоборот же ровно, правильно, блядь? Врач — это тот, кому ты ездишь. Да. Это еще долончик вот берешь. Отличие наши, блядь, замечательные. Ну, вот. Классно. Результаты теста оказались неутешительными. Так. У Фиата прямо на полигоне начала рассыпаться подвеска, появились трещины в местах соединения кузовных деталей и так далее. В итоге в ходе модернизации «Фиата» наши инженеры внесли около 800 изменений в конструкцию. Ничего себе. Помогло? Нет. Стало хуже. Это первый случай в истории, когда улучшали, но сделали не очень. Появилось вот это треугольное окно. Видели? Да, это 400 изменений было ради него. Еще 400 иконки приклеить. Сколько их выпущено было? 17, ну почти 18 миллионов. 18 миллионов. Это же, получается, 9 миллионов автомобилей можно из этого собрать, правильно? Обычно же из двух там. Оптимистично. Ну да, да, да. Ну, это великая штука. Да, возможно, в этих... Да, это наше все. 17 миллионов автомобилей было зачато 25 миллионов людей. Да, запросто. Голосуем. «Жигули» или «Жвачка»? Да. «Жвачка» там сейчас у нас... Стена была. А, стена. Заплеванная вся. Давайте случайно проголосуем. Причем вообще за другое. Смотри, вот так вот, вот. Слушай, «Жигули», «Жвачка», «Жигули», «Жвачка», «Жигули», «Жвачка», «Жигули». «Жигули». «Жигули», «Жигули». Так, Вань. Давайте я за жевательную резинку проголосую. Просто, ну, мне ближе. Так, я опять, да, решаю, что мы выбираем. Блин, круто. Важным себя чувствую. Так. Давайте оставим «Жигули». Оставим «Жигули». Ну да, чё, «Жвачка» хорошо. Ну да. Два факта. Прощаемся. Значит, в 1991 году «Жигули» помогли Чили в некой битве победить Парагвай. Вот вопрос, что это была за битва, что за столкновение, и как «Жигули» помогли победить чилийцам победить Парагвай. Может быть, это футбольный матч и пили пиво на нем? «Жигули». Как какие-то танцевальные соревнования, а в «Жигулях» музыка играла. Мы же знаем, что самая громкая музыка, она из «Жигулей». Чили, да. Там что акустика особая. Аж в Чили. Да, что это не совсем машина, это скорее филармония. А это что, соревнование какое-то было? Да, некая битва, да, некое столкновение. Это спорт. Спорт, да. Метание «Жигулей». Нет? Попробовал. Но вряд ли гонки, да, нет было машины, они такие, это что? Давайте. Может, правда, какие-то гонки были? Это «Жигули»? Гонки. Они на «Жигулях» кого-то обогнали? Коней. Те на конях, а наши, говорю, на «Жигулях». Лошадиные скачки, они сбили просто коня на «Жигулях». И такие, все, Парагвай выиграл.
Ну, нет, пока не близко. Так, ну, вообще, да? Ну, спорт, единственное, что угадали, спорт. Спорт. Да. Знаешь, какой-то... Что бывает спорт? В спорте бывают фанаты. Может, фанатское какое-то столкновение было? Фанаты парагвайского столкновение Спартака? Столкновение фанатов они... с «Жигулями». Нет, они начинают драться такие... Это что, «Жигули»? Пойдемте посмотрим. Ничего себе, да. Блин, я уже жалею, что я «Жигули» оставил. Это всегда так. Конечно, конечно. Ну, там, сложный вопрос. Там было, вы узнали, из-за чего в Советском Союзе... Сложен, но очень заказ. Неожиданный ответ, так. Я так скажу. Или, может, они умирали, прямо спортсмены? Вот... Ага. Спортсмены от жажды умирали, открывают багажник, а там арбузы. Такие, ой, наконец. Если очень неожиданные, тогда они умирали от жажды, и открывают багажник, а оттуда жираф им в рот писает. Ну, как бы... Мы все согласились, что это было неожиданно. Очень хотелось чая, а «Жигули» могут закипеть при любой температуре. Кстати, да. Там высокогорье. Там же жарко, да. А хочется чаю. А, высокогорье холодно. А «Жигули» можно, да, можно согреться об «Жигули». Или им нужна была роза, и они вот коробку передачи открутили. Ну, я не знаю, просто... Подарили победителя. Да, победили, все. Угу. Ну, давайте послушаем, это был футбол. Это был футбол. Опа. Ну, можно было догадаться, там больше ничем они а не интересуются. А это Чили или в Парагвае происходило? А вот матч... Парагвай-Чили, 91-й год. Это не важно. Так, откуда вообще там взялись «Жигули»? Вот да? Это интересно. Вот это интересно. Да, это очень интересно. Ну, Куба там рядом была, с Советским Союзом. Сказали, кто выиграет, тому «Жигули», и они все такие, да пойдем пиво первый матч выпьем. С двумя поражениями, да. Все проиграли. Просто припарковались за воротами и целились в «Жигули», а попадали в ворота. Откуда в Чили «Жигули»? У меня довольно поверхностное представление о спорте. Чили такая узкая, длинная страна вдоль гор идет. Да. Это никак не помогает нам. Не было, короче, смотри, не было автобуса. У сборной Парагвая был автобус, на котором возили футболистов. У сборной Чили такого автобуса не было. И их привезли. А может быть? «Жигули». «Жигули». Они просто... Ты знаешь, сколько может набиться народу в «Жигули»? Очень много. Но футбольная очень, команда набьется. По сути, это первый резиновый автомобиль, блин, вообще в истории. То есть, ну, такого было... Ну, то есть, оттуда извлекали столько людей, что вообще... Может быть. Да, 11 человек могут там проехать? Мне кажется, могут. Ну, все. Все? Есть вариант. У меня. Вань, давай. А что, если у них сломался автобус, и они починили благодаря... Ну, разобрали «Жигули»? И починили автобус, какую-то запчасть. Ну, взяли. Вы думаете, вот как-то более так... Конкретно? Конкретно, да. Думаю. Типа как «Жигули» сама машина может помочь. А это же может быть не... Это сама может быть пиво, ты имеешь в виду, «Жигули»? Нет, это марка. Марка. Сама марка. Да. Марка. Слушай, у них спонсор был. Вот. Спонсор был. Вот, автор. «Лада» вот здесь был. Да, что? Совершенно верно. В 91-м году чилийский футбольный клуб «Коло-Коло» в первый как? «Коло-Коло». Первый и на данный момент единственный раз по-чилийски. «Коло-Коло». Выиграл Кубок Либертадорес. Ничего себе. Аналог Лиги чемпионов, южноамериканский. Так. Вот, победили парагвайскую «Олимпию». А-а-а. Титульным спонсором чилийцев была «Лада». Вот, видите, так это выглядело. Понятно. Прикольно. Неожиданно довольно. Круто, они спонсировали клуб в Чили почему-то. Ну, видимо, поставляли туда машины. Вот, ну, там... Эта надпись была помещена на футболках. Но что интересно, на спинах чилийских футболистов красовалась надпись «КамАЗ» на спине. «КамАЗ»? То есть еще и «КамАЗ» был спонсором. А, то есть вот так. Да, «Лада» и «КамАЗ». Нет, это просто рэпер «КамАЗ» играл за ним. Ну, может быть, и так. А «Лада Дэнс» давала деньги. Да. Я понимаю. Ну, все как вот бы понятно. Вот такой факт. Кто у меня против «Жигулей»? Ребята, это будет секретный персонаж. Вам надо будет просто угадать, что это за персонаж. Я вам вкину сейчас, кто это, а вы попробуйте угадать. Это будет последовательно будем угадать. Итак, это очень известный актер. Уже можно угадать. Уже можно угадать. Жванецкий. Еще. Ну, Жванецкий актер еще тот. Из всех актеров назвать не актера. Ну, на Жежа. Подавай. На Жежа. Жванецкий — это уровень. Да. Георгий Жонов. Нет. Но это, ты прав, это русский актер. Жижикин. Более известный. Жижикин? Да. Смотрите, это актер, который, ну, наверное, самый известный русский актер, потому что многие с детства знают только вот его, даже на Западе. На Западе люди могут знать только его. Жижикин. Да. Да. А Жижикин типа снимался в голливудских фильмах? Да. Конечно, конечно. Он написал книгу. Называется «Ищу родину, любовь и работу». Ну, Жижикин. Как ты пытаешься уйти от Жижикина всячески. Он играл начальника охраны герцогини, Олега Трубу,
полковника МВД Савелия Котова, американского наемника Боба Денвера, ну и, конечно, полковника Довченко. Это... Ну, правильно, конечно, ребят, вы быстро отгадали. Это Жижикин, да. Это действительно Игорь Жижикин. Но а почему же знают его с детства-то на Западе? Вот вопрос у меня будет. Ну, потому что он всех плохих русских играл. Дети. Вот. А дети обожают плохих русских. Он, наверное, озвучивал. Какой-то мультик озвучивал. Ну, а внешне? А его прям внешне дети знают? Да. Его, это единственный, кстати, я хочу сказать, наш актер, которого вот родители говорят, вот... Вот тебе Жижикин, играй с ним. А, ну, и, в общем, какая-то какой-то мерч, игрушка. Какая-то игрушка, а какая? Да? Какая? Где вы думаете, как вы думаете, где он появился? Это единственное, это уникальное. Хаги Жижикин. Это делает его действительно... Вряд ли Чебурашка, да? Делает его действительно, ну, выдающимся нашим актером, потому что такой популярности, я думаю, нет ни у кого больше. Ни у какого Безрукова там... Где может появиться? Где мог появиться Жижикин? Вот это, собственно, полковник Довченко. Из его роль в фильме «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Ну, солдатик тогда, если полковник. Я ж правильно мыслю. Ну, да, игрушка-фигурка, но в какой знаменитой... А, может, настольная игра какая-то, нет? Это... Киндер-сюрприз. Бегемоты, носороги и Жижикин. Собери их всех, да? Ну, какая-то настольная игра, нет? Ну, вот с чем типа играли? Монополии, где его переставлять. Ну нет. Но вы все знаете прекрасно, что это за игрушка. Она, к сожалению, ушла из России. Да. А вот Жижикин остался, блядь. А. Барби? Вместо. Кен вот так выглядит. Да, блядь. Прикинь, вот такой Кен. Это он должен был играть сейчас Кена в фильме. Ребята, ну что же вы? Может быть, вы что-то собирали в детстве, и у вас было что-то... Пазлы. Конструктор какой-то. Какой конструктор? Лего. Конечно, Лего. Ребят, Лего. Это дело в том, что это единственный русский, который есть в Лего. Это Игорь Жижикин. Вот это... Серьезно? Да, это так и есть. Как раз в поддержку фильма вышла большая серия, да, вот, где можно было собирать, знаешь, как бы выходит там Лего «Звездные войны». Да. Вот Лего «Индиана Джонс», там есть Жижикин. И это очень популярная штука. Так что будете где-нибудь на Западе, купите себе маленького Жижикина, ребята. Детям поиграть, да. У нас же продается Лего до сих пор. Да? Все, окей, тогда можно купить у нас. Я к тому, что, да. Ну, круто, что? Круто. Прикольно. Вы знали, что Жижикин есть в Лего? Это вот, да, один из немногих наших отечественных актеров, которым удалось покорить Америку. Он работал со Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом, Квентином Тарантино, Стивеном Сигалом, не менее прославленным нашим актером, опять же, Джонни Деппом, Анджелиной Джоли и другими звездами первой величины. Вообще, изначально, как он попал в Америку, там очень интересная история. Знаете, как он попал? Да, туда? Покупаешь билет и летишь туда. Но как, да. Дело в том, что он в армейской спортроте еще в свое время здесь у нас, в Советском Союзе, познакомился с артистами цирка. И вот после службы в армии поступил в Институт физкультуры. Стал артистом цирка Шапито, вместе с которым объездил весь Советский Союз и в 89-м году поехал на гастроли в США. Там цирк был брошен продюсером. Просто бросили, да. И артисты застряли в Лас-Вегасе. Коллектив в целом потом вернулся продюсер на родину. Продюсер уехал, а цирк остался. Да, понимаешь, что такая история, да. Но Жижикин остался в Штатах. Причем он не знал, как он сам вспоминал, говорит, я не знал языка, у меня, говорит, было $20 и русско-английский словарь. Вот все, что у него было. Ты так говоришь, как будто он вчера на кухне в 4 утра рассказывал тебе. Он рассказывал. А мне осталось $20. Слушай, и словарь. А я фокусник. Мне на самом деле за него обидно жутко, потому что, то есть, ну, это действительно самый наш известный актер, очень крутой, чего знает весь мир, по сути дела, ну, в лицо, по крайней мере, точно. Вот. А здесь его приглашают на разные шоу, вот какие-то разные передачи, для того, чтобы поговорить. А это правда, что увидели Джонни Деппа? А расскажите, какой он? Блядь, ну обидно. Вот же человек из Лего, блядь. Понимаешь? Он остался в Штатах. $20 у него было. И, блядь, как его? Словарь. Словарь, понимаешь? И уже, блядь, через буквально... А через минуту было уже $20. У него уже... А через минуту у него уже не было словаря, но было $30. Очень предприимчивый человек. Вот он некоторое время ночевал на улице, подрабатывал, значит, на всяких таких работах. Там, типа, он чистил бассейны, убирал казино. И вот однажды он увидел, во время таких уборок, он увидел репетицию шоу и, желая досмотреть его до конца, спрятался под стол. Я его заметил охранник. Тогда на ломаном английском Жижикин объяснил ему, что он тоже артист, только московского цирка. Продюсер шоу Тед Лоуренс поинтересовался, сможет ли Жижикин поднять над головой танцовщицу. Блять, сказал Жижикин и прокрутил ее над собой. Его взяли в мюзикл, который назывался «Самсон».
и Далила. И он мгновенно обрел популярность. А позже его заметили, значит, в Голливуде, и таким вот образом вот он стал появляться. Более того, потом он даже закончил специальную актерскую школу. Ну и он, видимо, отражает вот, как это, стереотип американцев. Они думают, что вот так выглядят все русские. В общем, как бы. Так примерно так и выглядит. Ну, да. Посмотри на нас. Да. Кто из нас ниже Жижикин, собственно? Вот. А также он принял участие в более чем 40 рекламных кампаниях мировых брендов и появлялся на обложке компьютерной игры Command and Conquer. Знаете, такой Red Dead? Вот он там был на этой обложке аж в 2000 году. Сейчас факт еще будет про него или все? Нет, ну, в общем, вы все отгадали, да, все отгадали. Жижикин против Жигулей. Давайте, звучит как вызов. Как сюжет фильма. На телеканале «Перец» могла быть такая. Я думаю, будет. После этой программы. Так, ну что? Я вот тут за Жижикина прям сильно. За Жижикина? Все за Жижикина? Да? Я да. Или кто-то за «Жигулей»? Ну, ты за Жижикина. Да, я за Но я уже тогда тоже. Прощаемся с «Жигулями», да. Как я уже сказал, да, вот во время своего, так сказать, подготовки к покорению Голливуда, Игорю приходилось, значит, откровенно, по сути, он откровенно бомжевал, можно так сказать, ночевал в парках. Уже хватит говорить о нем, как этот ублюдок бомжевал. Да, значит, он слонялся по казино, выискивая мелочь, да, питался в благотворительных столовых для бездомных. Но, как он проводил, значит, вот еще момент, как он проводил время. Значит, бывало так, что Игорь целенаправленно ушел в какую-то гостиницу, заходил там в лифт и долго ездил в лифте. Интересно. Что позволяло ему каким-то образом сильно экономить. Вот вопрос, как Игорь Жижикин экономил, катаясь на лифте в американской гостинице? Ну, калории, очевидно. Когда пешком идешь, много калорий. Экономил калории? Я могу предположить, что люди думали, что он вот этот человек, который нажимает кнопки в лифте. А, и давали деньги. И давали ему просто, да, какие-то... Таким образом зарабатывал. Ну, немножечко зарабатывал. Либо... А не дать денег Игорю Жижикину в лифте, согласись? Да, может быть, они давали даже не потому, что он там работает, а просто он страшный был. И они боялись, что награбит. Чтобы он с ними не ехал. Давали деньги, чтобы он вышел? Мне кажется, когда в детстве... $20, и ты со мной не едешь. В детстве говорили, не входи в лифт с незнакомым дядей, то все представляли Жижикина. Да. Ну, как бы он брал, это у него была стандартная такса, что в цирке, что там, да? $20 за выход, как бы. Да. А вопрос был, на чем он экономил? На чем экономил? На аттракционах. Экономил. Сильно нравилось. Да, то есть у него был, что, какие были потребности у людей тогда в Америке, да? Он, еда, вода и аттракционы. Может, в Диснейленд так и не сходили. Да, да, в Диснейленд его не пускали просто, а тут вот... А еще есть предположение, давай, что, возможно, на лифте он мог спуститься или подняться на какой-то этаж, где был шведский стол. Там выходил, там чуть-чуть, там миска, там канапешечку, там шампусик. И вот он уже кому-то бьет ебало. Да, ездил. На самом деле он нигде не выходил больше. Он все это время проводил в лифте. И экономил. А. Таким образом он на чем-то экономил. Может быть, там было светло, и он читал на фонаре. Или там и спал. Экономил на фонариках. В лифте спал? Ну, конечно, стоя спал. Как жираф. Есть еще предположение. Возможно, он там есть какие-то кнопки, где он специально делал так, чтобы лифт застревал где-то. И он там чуть-чуть как бы кемарил и экономил на жилье. Смотрите, экономия на сотовой связи. Он диспетчеру звонил и говорит, соедините меня с кем-то. И разговаривал, нет? Это, блядь, ну это практически правильный ответ, я считаю, можно зачитать. Да, Вань, слушай внимательно, значит, смотрите. Рассказывает сам Игорь. Мы же, русские ребята, все находчивые. И веселые. Мы знаем, где, как... Что и чего, да. И мы обнаружили, что в лифтах американских гостиниц были телефоны, по которым, оказывается, можно свободно звонить в Москву. Нормально. Ого. Я звонил родителям каждый вечер и разговаривал с мамой из лифта. Так я и сообщил маме, кстати, о своей первой женитьбе на американке. Вань, это круто, ты не пропадешь в Америке, да-да-да. Потрясающе. Можешь ехать... А еще и отмазаться можно. Можешь ехать покорять, да. Еще и отмазаться можно. Он говорит, а сотовый здесь вот не таки, работает. Вот таким это же лифт. Просто... Илюх, кто у тебя против Игоря? Против Жижикина. Жижикина. Давай. Жаба. Жаба. Жаба против Жижикина. Это вторая серия. Это когда Игорь экономил вообще на всем, да? Жабы. Семейство бесхвостых земноводных. Ночные наземные амфибии, входящие в воду лишь для откладывания яиц. Зимуют в земле. Питаются мелкими беспозвоночными.
Все как Жижикин на ранних порах. Питался мелкими... Звонят без лифта, да. Без позвоночника. Ходил в воду только что. В разговорной речи животных из отряда бесхвостых земноводных называют лягушками или жабами. Визуальное отличие одних от других состоит в том, что кожа жаб бородавчатая. Вот, собственно, все отличит, на самом деле, оказывается. Да. А размер? А размер не имеет значения, как говорится. Хорошо. Спасибо. Да. Значит, недавно в Австралии стали появляться специальные группы поддержки и даже реабилитационные центры для собак, пострадавших от жаб. Вопрос. Какой вред собакам наносят жабы? Они такие... Собаки. Вы псы. Психологически. В Австралии, да? В Австралии? В Австралии все ядовитое. Там какие-то жабы вечно ядовитые, я думаю. Может, собаки там их что-то... Они выпрыгивают на собак. И кусают их. И воруют их игрушки. Вот так. Жабы ведет собака. Физически. Ну, конечно. Главное, реабилитация. Да, там, реабилитация, да? Какая-то. Они собираются там, рехабы, да? Некие. Да, да, собираются, сидят в кругу. Да. Не называют имен, блядь. А, ну, фамилии. Ну, что у них клички? Клички у них, они, да, же выделяют эту слизь какую-то, да? Угу. Какую? Может какую-то быть. А, подожди. Может. Слушай, есть жаба, которую лижут, это наркотик. Так. А, ну вот тебе и реабилитация. То есть собаки нализываются жаб. Включают продиджи. И это стало, ну, по сути, блядь. Ты не слышал про, блядь, ну, в Канберре ужасные вещи происходят, блядь. В Сиднее, блядь, просто есть целые районы, где, блядь, ну, просто, блядь, ну, собаки-наркоманы, да. Собака съел товар, теперь она наркоман. Это же, блядь, Баста по мотивам написал поездки, блядь, куда? В Австралию? В Мельбурн. Вы будете... Ну или в Таганрог. Удивлены, но это правильная версия. Ну вот. Серьезно? И все. А, конечно, конечно. Да. Так. В Австралии любители собак столкнулись с необычной проблемой. Их питомцы стали наркоманами. Ебать! Да, Илюх. Там вот, вот, смотри. Все, вот это вот так выглядит. Блин, почему, да, у собаки глаза от рыбы? Больше, да. То есть они пристрастились к яду тростниковых жаб. То есть они специально ходили и облизывали. Так. Собаки слизывали выделение опасных земноводных, после чего переставали реагировать на внешние раздражители и просто валялись кверху пузом. А этого нельзя позволять делать собакам, понимаешь? Да. Конечно. Ну, то есть, ну, вот, блядь, наркомания. Круто. Наркомания среди собак от жаб. Ничего себе. Жаб. Не, там, кстати, есть еще прикольный факт про то, как боролись они с этими потом жабами. Но... Тут уж... Ты завесил. Ну ладно, давай. Жижикин против жабы. У меня, кстати, последний персонаж. Ну вот и все. Если сейчас вы проголосуете за Жижикина, что я надеюсь, вы сделаете, угу, мы отпустим вас домой. О, жаба! Не, я за жабу, правда. Я тоже за жабу. Там такая интрига. У вас, блядь... У вас вообще есть дом, семьи, сердце, в конце концов. Ну ладно, блядь, про Жижикина вы не хотите больше слушать, да? Нет, а хотим. Нет, с удовольствием было, вы послушали, блядь, но да, жабы. Вы про жабу, да? Мне интересно, что за фортель они опять выкинут. А между тем? Эти земноводные. Во время спаривания жабы-орликины, а есть и такие... Угу. Поют Пугачеву. У меня тоже ассоциация с Жижикиным. Жаба-орликина. Они применяют весьма необычные для животного мира сексуальные практики. Суд друг другу в рот? Это не... Это уже обычное. Согласно исследованиям портала russiainbed.ru, эти же сексуальные практики являются наиболее распространенными в следующих регионах России. Республика Калмыкия, Архангельская и Магаданская области. Блядь. Шибари. Да, трахаться чистыми. Нихуя. Нихрена себе разбросик такой. Вопрос. Блядь. Какую форму аномальной сексуальной активности используют жабы-орликины при спаривании? Придушивают друг друга, может быть. Все? Сразу? Же? Да. Серьезно? Ты вот так сейчас? Да. Ванька-то разбирается. Ванька, из Архангельска он, блядь. Это, пришел, блядь. Я же жил в Калмыкии, Архангельске. Пришел с обозом, блядь. Чтобы подушить людей, блядь. О, да, это очень быстро, да. Потому что жабу душит, я вот так хотел пошутить, представляете? Значит, смотрите, самец жабы-орликина придушивает партнершу, действительно. Увидев самку, самцы прыгают на нее сверху, пропускают лапы под мышками... И прижимаются пузом к спине. А уже какой-то вот прием Жижикина. Абсолютно в драке со Стивеном Сигалом. Однако в случае жаб данные действия имеют сугубо практический смысл. В этом положении самцы ждут, когда самка отложит яйца.
которые можно осеменить. Причем иногда ждут до нескольких месяцев. Вот так. На ней вот так? Да. Сверху? Да. Слушай, просто вот так захват ее взял и держит? Да, и вот душить жабу, жаба душит, скорее всего. Это не вот душить оно... жабу. Душить жабу это несколько другое. Другая этимология какая-то. Душит жаба, я думаю, что это вот отсюда и пошло. Нет, там, по-моему, что-то с грудной жабой связано, с заболеванием, да. Нет, я тоже не уверен. Но вот твоя версия, мне кажется, она больше. Там про жадность же что-то. Ну да. Что интересно, согласно сайту Russia in Bed. Бля, вот это самый интересный сайт. Да, это просто. Там по регионам вся раскладка, да? Russia in Bed. Что в Курской области? Какие девиации? Курская область предпочитает больше всего кунилингус. О, блядь. Это в том плане, что Курская область дотационный регион. Самое смешное, ты понимаешь, самое смешное, что в Курской области это считается девиацией, пиздец. Мы такого не... Это, блядь, какая-то хуйня. Мы так не делаем, блядь. Мы этим ртом целуем детей и едим хлеб, ебаный в рот. И пьем водку. Значит, согласно данным того же портала, Пензенская область, откуда наш редактор Василий предпочитает эротическое связывание. Шибари. Да. А моя родная Омская область. Вот. Мастурбацию партнеру. Вот он, голландский штурвал. Вот омский штурвал. Вот оно и замкнулось. Да-да-да. Вот и привел нас этот штурвал. Вот оно сюда. В эту программу, собственно говоря, где мы и занимаемся этим в метафорическом смысле. Ну что ж, последний мой персонаж, Илюх, да? Кто против жабы? Ребята. Жемчуг. Жемчуг, конечно. Все мы знаем, что такое жемчуг, да? Это единственный из ювелирных материалов, образующийся внутри раковин. В теле морских брюхоногих, моллюсков. Значит, цвета жемчуга могут быть разными. Белым, желтым, красным, голубым, даже черным. То есть вообще разных. И еще он может переливаться, мы знаем, да, такой красивый. Вопрос у меня будет такой. В Юго-Восточной Азии обитает народность баджо. Так они называются. Роберто Баджо. Их также именуют морскими цыганами. Морскими цыганами. За то, что они ведут морской кочевой образ жизни у берегов Филиппин, Малайзии и Индонезии. Они промышляют тем, что вылавливают жемчуг и рыбу и живут прямо в лодках. И воруют морских котиков. Морских коньков. Коньков, да. Сейчас поэтому проговорим, я да. Я перепутал, да. Значит, спасибо. Они крайне редко ты выходят... Ты меня поправил. Крайне редко выходят на сушу. Вообще крайне редко. Практически всю жизнь там проводят, представляете, вот в море. Да, ну, там, допустим, для захоронений, допустим, вот они могут это выйти, да. Но, значит, недавно были проведены исследования, и оказалось, что вот у этих вот морских цыган один орган увеличен на 50%, чем у остального человечества в среднем. Кажется, вот вопрос, какой орган и почему. Щитовидная железа? Какой и почему? Щитовидная железа. Почему? Из-за йода. Магистра. Из-за магистра. Ты не будешь продолжать? Ты хочешь, чтобы я сам додумал? Да? Из-за йода? Морские цыгане. Они же... Морские цыгане, да. Какой воздух, там же много йода. Может быть, кожа? Ну, в воде набухает, как в ванной. Знаешь, из ванны выходишь... Вот такие, да? Да, они такие. Как у жабы. Ему 13, он как дед ходит. Увеличен в 50 раз. Орган на 50%, да, в два раза. Полтора. Ну, как будто логично, да? Очень просто было бы, да? Дышать. А это люди же, да? Это люди, да. Морские цыгане. Морские цыгане. Ну, мало ли. Глаза под водой вот так смотрят, а там соль... Ну, либо у них не щипят глаза. Вот на 50% большой или указательный пальцы, что они крючок держат, клюют, и они набухают от этого, от постоянного контакта со слюной пальцы. Так. Может, просто большой палец очень сильный. Очень большой палец. Вот такой. Для чего? Можно ловить рыбу. Просто забрасывать руку. Оп. Ноздри. Большие ноздри у них. Да, чтобы засовывать жемчужины. Или жопа. О, классно. О, вместительная жопа. Они еще и наркотики там продают. Да. Цыгане же. Ну, как бы, да, это не чудо. Они рыбу, причем, без удочки ловят. Просто какое-то время разговаривают с ней, и она заходит в лодку, сама садится. Может быть. В глаза, главное, зрительный контакт установить. А ты сказал, ты сказал, она часто орган. Переписывает на них нору. Какой-то, да? орган. Орган, да? Какой-то орган. Орган, да. Не часть тела, орган, да? Ну, скажем, орган может быть и частью тела, и, да, и не частью тела. Версию, которая витает здесь. Пенис. Почему? Надо объяснить, почему. Ну, вы угадали. Чтобы эффектно плавать на спине. Да. Показывать кита. Использовать его в качестве якоря. Кита показывать. Или как это, подводная лодка.
Лохнесское чудовище. Вот это просто, блядь. Ага. Ну а для чего это, ну, если так уж хорошо? Ну, если весло забыл дома, плыть надо. Ну, связано с нырянием, конечно. Они ныряют, да. Ну, они же ловцы женщин. А, ну, может быть, могут здорово нырять. Ноги как ласты уже у них. Но ноги — это не орган. Да, я тоже про это думал. Большие ноги. Но это же не орган. Да, вот меня это останавливает. Щеки тоже не подходят. Щеки не орган. А, может быть, они под водой. Дам давление. Надо сердцу качать больше... Сердце, наверное, да, кислорода. Кислорода, да. И поэтому сердце чуть больше, чем остальных. Большое доброе сердце морских цыган. Ну, или печень, что-то, да, печень. Цыгане, как известно, пьющие. Вы очень близко уже, вот очень близко. Почки? Еще. Какие мы знаем внутренние органы еще? Селезенка. Вот, ребята, да, попали, молодцы. Селезенка, действительно. Просто назвали все органы. Значит, молодцы, вот этот попали, молодцы. Ну отсюда же лопни моя селезенка, пираты говорят. Ведущий ученый Мелисса Илардо из Кембриджского университета, участвовавшая в исследовании вот этих морских цыган Баджо, значит, говорит, о селезенке человека с точки зрения физиологии и генетики известно немногое. Но мы знаем точно, что ныряющие на большую глубину тюлени, например, вроде тюленей Уэддала, имеют непропорционально большие селезенки. Мы считаем, что если селекция увеличила селезенку у тюленей, то, скорее всего, и с людьми произошло так же. То есть вот у них, вероятно, поэтому же. Из-за того, что они ныряют, у них вот такая большая селезенка. Но вот такой, вот такой. Блин, это не самый интересный вопрос у меня был. Простите мое невежество, за что селезенка в организме отвечает? Вот, кстати говоря, это один из органов, который... Я знаю точно, что вот у человека вырезают селезенку, он живет дальше, и все нормально с ним. То есть вот это удивительно. Возможно, ни за что. Кто есть в зале врач кто-нибудь? Кто знает? Кровеобразование. Вот, вот, вот спасибо. Вот, видишь? Ну вот. Ну что, надо голосовать. Ну, голосовать надо. Это очень сложно. Жемчуг. Жемчуг. Ну, не, ну вы догадались, да. Вот. А жаба... Так жаба? И там душила жаба. А жаба душила. Там Ваня вообще сразу сходу это все снимает. Про жабу легкий было легко, был. Оказывается. Но смешной. Значит, я сдавал генетический тест. У меня есть цыганская кровь. А, я думал, ты жемчуг на 7%. Не, у меня папа наполовину почти цыган, поэтому я голосую за морских цыган. И мне понравился, правда, вопрос. Классные ребята. Я не сдавал генетический тест, но некоторые привычки делают меня ближе к жабам. Я за них. Собаки любят лизать? На мне вся ответственность. Да, Вань, так бывает. У меня 6 пальцев было, один слезали. До этого я про жабу знал, а про морских цыган нет. Я за жемчуг. Класс. Получается, побеждают? Да. Это знаковая история. Последняя буква. Да, последняя буква. И как бы это здорово, что у нас она последняя. Я не знаю, что мы будем делать дальше. Хорошо, что жемчуг выиграл. Выиграла жаба в финале. Ну, как-то так. Да. Нет, было бы экстравагантно. Ребята, пишите нам в комментариях, что нам делать после того, как у нас закончились буквы. Может быть, вы предложите какой-то свой вариант. Ну а пока мы кого-то вознаградим. Ну давай, так как меня касался, это был мой персонаж, я тогда Вальку. Вау! Это Жигули. У тебя машина есть? Я не умею водить. Вот. Это когда научишься водить вот эту машину, да. Это супер. Это модель. Это офигенно. ВАЗ 21-07, если я не ошибаюсь. Это точная копия. 06, по-моему. Это офигенно. 06. Так, Сань, ну дальше ты расскажи. Так, ну а здесь мы неспроста говорили, значит, про Игоря Жижикина и про... Ты любишь играть в компьютерные игры? Ну да. Любишь? А у тебя есть на чем запустить с диска игру Red Alert 2 с Игорем Жижикиным? Я найду ради этого. Я думаю, что да. Вот, это PC CD-ROM, понимаешь? Вот такая вот история. Спасибо. Таких уже не выпускают, но это вот эксклюзив. Это реально он? Это реально он, конечно. Можно поиграть дома на компьютере с дисководом. Пакет я возьму тогда. Ну и да. Длинной пакет. Ребята, спасибо большое. Было классно. Спасибо. Спасибо.